Я тут хочу одну штуку провернуть. Получится, нет? Ну, бывает, какие-то вот заскоки в игре. Теперь эта херня очень плохо подсвечивает. Подбегаешь, а она вот хер светит. Да ё-моё, ну что такое? Кэл! Не знаю, получится сейчас. Успели поймать, друзья мои, я успел поймать. Удача. Нам улыбнулась небольшая удача, друзья мои. Бери. О. Не надо нам. Нам надо вон ту херню разбить. Да? Давай, беги. Moving out. Давай, беги. Блин, чуть-чуть прицел сбился. Прицел сбился. Let's move, BD. Не, ну попали-то точно, ёпарасы-то. Не, ну теперь-то да. В прошлый раз-то попали-то точно. Эй, BD, let's go. В
прошлый раз ты попали, дали, это точно. Давай. Выстрел! Ладно. Иди. Так. Ну что ж, беди, побежали. Он ты ёпар, сэте. Что-то... Куда мы прыгнули-то? Что-то не туда, друг мой. Что-то ты не туда прыгнул. Почему ты наверх не запрыгивает? Почему ты низко прыгнул? Не... Ну давай, друг мой, этот самый... Я хотел два раза, чтобы он подпрыгнул. Во! Во! Мы как-то допрыгнули все-таки, да? Все как-то не зря, друзья мои, не зря мы до перка добежали, да? Перк. Получаем перк. Угу. Все, я понял. Сейчас мы будем тут эти собирать. Пойдемте, друзья мои, пойдемте. Сейчас мы доберемся вот туда. Там труба есть. Так, я что-то не понял. А мы туда не допрыгнем? Ну попробуем. Долетели все-таки. Quick shimmy, huh? Like быстро! Так попытался его увидеть. It, Dana, ты что за фигня?
Дреджер убегающий. Что тут дадут нам? Неужели вот, блин, ну, морды они, ну, просто достали. Это вся. Что нам тут дали? Это вся. Да ёпара, СТВ это уперлись. Я понял. А мы вон ту херню пролетим, а должны пролететь. Не, не пролетим, только вот сюда вот давай. Давай вон туда. Ну надо долететь и туда вон вбежать, вон в ту херню. Нет, здесь мы не поднимемся. Мы вообще-то могли бы вон туда вон спрыгнуть. Ладно, давайте попробуем. Another shard. Ну давай, 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 давай. Утонул нахуй. Не, ну а давайте попробуем вот. Ну тут нереально вылететь. Ну во, вот только так вот. Ладно. Вот так вот мы чуть-чуть пробежали, друзья, тут наш собрали кое-что. Продолжим в следующий раз. Let's stop here.